Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вы спросите, что это у меня на голове? Я скажу, что лавровые венки закончились, и вот такой вот мне достался веночек. А зачем я это все водрузил на голову, я вам отвечу. Кто там пищит? Марсенчик, потерпи, я снимаю вступление для видео. В общем, послала меня Виктория сегодня в магазин за маслом и шоколадкой. Хочет торт спечь, пирог. А там меня узнали в магазине. Да, мои подписчики. И не просто как Александра узнали, которого в Кавказской каждая собака знает. А заметьте, как Александра Дока меня узнали. Да, вот я теперь такой известный Александр Док. Да. Вот смотрите, как это все было. Ира, добрый вечер. Добрый вечер, Александр Леонидович. Меня Виктория послала за маслом и за этим самым, за шоколадкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. У вас, Настя, ваше видео смотрели. Да. А, это вы были там, да? Да. Вот здорово как. А там еще Лиза Ком. Это кто-то из ваших, да? Да. Она комментарий прислала. Ну что, понравилось видео? Да. О, видишь как, вот уже подписчики узнают, оказывается, заходят. Здравствуйте. Здравствуйте. А это соседи. Мир тесен, да? Да. Ну что, вот давайте так, значит, я это видео тоже смонтирую, куда-нибудь вставлю, встреча с подписчиками, да? А вы подписывайтесь, пишите, а я буду уже как бы от вас отталкиваться, может быть, какие-то пожелания, может быть, что-то скажете, там, замечания, там. Ну, интересно, когда читаешь, там 500 видео про Марсика, поэтому очень много. А может договоримся, когда-нибудь я с ним приду в магазин, и вы придете и встретимся еще раз. Ну, да. Давайте так сделаем. Хорошо. Да? Да. Ну все, до свидания. До тогда. Свидания, спасибо. Ага, слышишь? Не понял, а что они приходили? Они... Да, они зашли и ушли. Они забыли, что хотели, наверное. Они пришли за мороженым. А-а-а. И забыли, да? Да. Так, а мое масличко где? Вот это мое? Все, все, все. Все, я забираю, пошел. Все, пока, до свидания. Пока, до свидания. Вики, привет передавай. А Марсику? А, Марсику, Марсику тоже привет. О, так. Ну и Вики передам привет. Так, ну вот, видите. Сходил, как говорится, за хлебушком, так и я. Сходил за масличком. Вот я взял цветы. Еду домой. Продолжаю рассуждать. Вот, и что хочу сказать. Ну, разные есть, конечно, подписчики, просмотры, комментарии. Все разное, все. Не все ж по головке гладят. Кто-то и говорит правду матку, рубит. И раньше у меня реакция была, я вспыхивал, грубил, там отвечал. Потом понял, что нет, никогда грубостью не придешь к хорошему, только добром. И я научился обращать даже своих врагов в друзей. А вы знаете, как и старое выражение, что даже наши враги являются нашими учителями. Вот и я. Вижу, что... Я не вижу во врагах врагов. Это просто люди со своей точкой зрения. Они так думаются. Ну, конечно, которые матюкаются и матом. Я их тут же удаляю, блокирую, потому что мой канал смотрят и дети. Да и даже не дети. Я сам никогда не ругался матом, не люблю этого. И никому не советую. Потому что если ты не можешь сказать словами что-то, ну, вообще-то, матом иногда лучше доходит. Хотел сказать, то матом не скажет. Нет. В общем, без надобности матом не ругаюсь. Но бывает иногда надо сказать, вставить что-то такое, чтобы дошло до человека. Не всем доходят простые слова. Поэтому я не против мата, но уместного. Ну и не общественного, не публичного. Так, где-то втихарька, как загнул. Вот, вот. Еду, рассуждаю, значит, еще раз приношу слова благодарности моим подписчикам за то, что они находятся на страницах моего канала. Как бы, знаете, уже подобрался коллектив,
определенные, люди с определенным взглядом, с определенным чувством юмора, потому что все мои видео и все это я стараюсь пронизывать юмором. Если кто-то не понимает этого, конечно, ему лучше уйти на серьезный канал, где нет юмора. У меня юмор везде и во всем. Вот. Иногда бывает, конечно, не без этого. Бывают и слова сожаления, все. Но 99%, конечно, это юмор. Земляне, пока я иду домой, я вам скажу такую вещь. Короче, это что уже? Получается известность, что меня уже в магазине узнают, передают привет. Это что? Это Александр Док, получается, уже известный. Че, в прятки играете? Да. Да? Я когда маленький был, тоже играл в прятки. Самая любимая игра была. Я люблю. Ну, маленькому легче спрятаться. Большому труднее. А в саду у нас как хорошо прятаться. Эти меня не узнали. Хотя узнали. Сейчас Вике скажу. И пусть нос не задирает. Скажу, я уже известный, меня уже на улице узнают. А ты в доме сидишь, тебя кроме Марсика никто не знает. И пусть нос не задирает, а то рычит на меня. Сейчас я ей все и скажу. Так, где тут Марсюнчик? Марсюнчик! Марсюнчик! Марсюнчик, я тебе такую радостную весть скажу. А где Мира? Где? Ну где ты там? Что ты? Стой тут. Марсюнчик! Да это масло у меня. Масло и шоколадка. Да, а что ты прыгаешь? Ты все хочешь откусить тут? Марсик! Короче, меня твои поклонники узнают в магазине. Из-за тебя все, говорит. Это вы, говорит, хозяин Марсик. Я говорю, а как же? А мы смотрели, говорят, ваше видео. Это помнишь, когда ты ходил в музыкальную школу записывался? Марсюнчик, помнишь? Ну, фильм называется. Французский бульдог Марсик записывался в школу искусств. Так, убегайте из-под ног. Вот такие вот дела. Раз просыпаешься, и ты уже знаменитый. И тебя уже узнают. Лирик, меня узнали в магазине, слышишь? Да, три девочки меня узнали. Поздоровались. А одна девочка меня испугалась. Ну, которая раньше в магазине была до этого. Лирок, вот такие вот Александр Док становится известным. Нет, я не говорю знаменитым. Я слово знаменитый не люблю. Это слово знамя. Я просто становлюсь известным, и все. Так, просочилась одна мелкая. Вик! На, тебе маслечко. Ну и что ты думаешь? Вот стой, сейчас ты только не падай. Сядь. Сядь, пожалуйста, я тебе расскажу. Александр Док ваш известный. Его в магазине узнают. Вот так вот. Да. В твоем собственном магазине. Короче, захожу к Кире, беру вот это вот. Три девчонки заходят. Здравствуйте. А мы смотрели видео и узнали меня. Представляешь, первый раз в жизни меня узнали. Сделай потише громкость чуть-чуть. Я выхожу с магазина такой гордый. И чуть не упал со ступенек. Ну, я ж нос кверху задрал. Думаю, вот он, Александр Док, вот дождался он известности, популярности. Ну, не знаменитости, а просто популярности. И все благодаря Марсику, тебе, Мире, всем моим подписчикам. Вот сегодня аж видео выкладывал, и этот самый, там всех же упомянул. А внуки еще сколько помогали мне снимать. Да всех, разве упомнишь? Всем спасибо, спасибо за то, что делаете канал известным, за то, что... Ну ладно, это я уже что-то меня понесло. Ага. Короче. Зазнался. Зазвездился. Зазвездился. Короче, узнали меня в магазине.
Вот. Ну, и... скидку же еще не сделали. Нет, еще не сделали, да. Так, масло я тебе принес, шоколадку принес. Ну что, а сегодня еще один подписчик мне пишет, говорит, а вы знаете, что у вас видео про Марсика 500, надо посчитать, 500, еще один юбилей, а мы ракеты уже выпустили, надо новое покупать, фейерверк. Короче, пеки торт, будем отмечать второй праздник. А вы не треснете? Не треснем. Марсюнчик, Марсюнчик, я пойду обрадую. Марсюнчик, заходи. Лерочек. Лерочек, подожди. Подождите. Стой, Марсюнчик. А вам это еще открыть? Где? А, ворота это я. А я же путаю эти кнопки. Туда-сюда тыкаю. Да что, расстроился? Ну как расстроился? Не расстроился, а растрогался от того, что стал известным. Вот и стал рассеянным. Лерочек. Ну, в общем, у нас на канале 1,5 миллиона просмотров. Там и ты тоже есть, Лерочек. Есть, есть ты. И Марсик. Марсика, конечно, больше. Ну, что он со мной все время ходит, а ты все время в будке сидишь. Поэтому меньше сиди в будке, а больше ходи. Марсюнчик, ну что, пойдем? Или пойдем погуляем? В общем, вот такая новость сегодня у Александра Дока. Его узнали в магазине. И 1,5 миллиона просмотров. И 3777 подписчиков. Лерок, ты слышишь меня? 3777 подписчиков. О, Лирик вот осознал. Да, Лерок? Ты представляешь, сколько это? А когда-то у меня было 3 подписчика. А ты что речь толкаешь? Ты что речь толкаешь? Так, Амира выйдет. Давай, позовем ее. Ну что, пошел я готовиться. Если что, будем второй праздник затеивать. С фейерверками. Правда, надо не забыть включить камеру. А то в прошлый раз, я ж, когда Виктория был день рождения, запустили фейерверк, все, а потом раз, а кнопочку не ту нажал. А я там и речи толкал. Кто там? Галкает у нас. Мира, что ли? И так обидно. И пришлось на второй день переснимать. Мира, выходи. Мира, выходи. Мы тут беседуем. У нас теплая компания. Я беседую с Лириком, с Марсиком. И ты присоединяйся. В общем, сюжет этого видео... Александр Дог приобретает известность. Ну, знаменитость это будет слишком, конечно, будет слишком как бы высоко и высокопарно. А известность это слово как бы хорошее. Потому что так-то, в принципе, в Кавказском я многие знают. Потому что я, во-первых, прожил здесь сколько лет уже. Живу много лет. Ну и так, как бы на виду у своих... Станичников много чего делал в жизни, поэтому знают меня многие. Я многих знаю. Что я прожил здесь. И я, знаете, что называю свою станицу не иначе, как Кавцициви. Что такое Кавцициви? Это Кавказский центр цивилизации. Я всегда говорил, что я живу в центре цивилизации. Моя станица – это центр цивилизации, а сокращенно Кавцициви. Теперь и вы... Земля, не будете об этом знать. Так, что-то я об столбик уже который раз бьюсь. А без них тоже нельзя. Марсюнчик, ну ты проявляешь активность. А что? Пошел я домой ужинать. Виктория, я уже похвалился. Кому бы еще похвалиться бы? Сейчас Гале позвоню, дочери скажу. Что твой отец стал уже, ну она меня отец не называет, папа говорит, твой папа стал известным, и его узнают даже в магазинах.